Всем привет! Приехали на дом, как всегда, в выходные. И вот мужики у меня на прошлых выходных доделали здесь стенку. Ну вот сейчас вот пеной там запенили сверху. Такую дверь привезли временную. Вот. Взяли там старую. Но нам надо, чтобы нам все-таки газ подключили. Потом поставим уже такую хорошую. Вот. Вот такая вот у нас получилась маленькая комнатка. Котельная. Вот какие у нас сегодня планы? Ну, планов немного. Сейчас вот собьем все эти шерши здесь, в этой комнате, в середине. Как мы это делали, выметим и здесь также прогрунтуем, как и грунтовали вон там. У нас сегодня туман на улице. И в планах также сваркой. О, сваркой приваривать, в общем, вот этот вот забор. Что вы тут делаете? Очищаем. Вот туманище какой. На улице собаки бегают, как всегда, наши жители, в количестве 25 штук. Так что вот такие у нас пока планы. Комнату прогрунтовали и начинаем вот наш папа сваривать вот эти вот речки. Он сейчас отметит, на каком уровне нам держать. А здесь повыше, что ли, да? Подымем хором речку. Поднимаем. Амуниция. Поднимаем. Подымаем, подымаем. Вот так вот прикладываем. И вон каждый держит. А папа наш... А ты туда на край иди. Что-то не получилось. Ждем. Как-то так. Марин, держи. И вот так вот. А. Сейчас. Каждую сторону. Наш папа мастер на все руки. Да? А забор у нас, он гуляет.
как бык поссал. Ну, у нас столбы были не очень ровные. Вот, приляпал. Бывает что-то. Тебе очень идет, доченька. Так, сын несет болгарку. Сейчас вот этот хвост отпилим. Потому что у нас вот здесь пойдет в другом месте. Речка, что? Снимай. Так лучше. Или это ты от коронавируса так спасаешься? Так, по низу все прихватили везде. О, всем столбиком. И вот сейчас верхний ряд пойдет. Они у нас вот там подача идет. Тут же окно поставили, окна-то не было, мы хорошо тут такое спускали. А теперь надо аккуратно предельно. А там у меня помощник. Он, смотрите, что делает, метет. Вот там вот мой помощник метет. Вот. В общем, сейчас второй верхний ряд будем присваривать. We'll be right back.
у нас издержки производства. Вон, отлетел электрод. И чё вот тут? О, телефон. Нафиг. Угол. Повредили. Ну вот. Все мы, в принципе, приварили. По всему периоду, периметру. Да? Да. Сейчас мужики поедут за какими-то еще железками. Вот. Так что, вот так что. Вот мужики привезли какую-то хрень с металлолома. Вот эти прутики сколько дали? 1320 рублей. Обалдеть. Вот мне такое ощущение, что они, в принципе, и даром-то никому не нужны. Вот это, чтоб ты еще их покупал. Куда они пойдут? Тыкать будем, как стол. Вообще капец. Ну вот будем пока временно тут. Хотим вот... Видите, какой тут срач собаки, что у нас тут гуляют. Хотим вот эти вот железки воткнуть вместо столбиков и вот этими палетами загородиться, чтобы они хотя бы не ходили к нам на участок. Извините, не делали своих дел. Вот. И мусор не таскали, потому что вот такая вот хрень происходит. Ну все, снесем сейчас домой, в дом и поедем. И поедем домой. Да, Андрюха? Ага,